Всем привет, с вами Розе, и это снова этот безумный мир, Mad World. Продолжаем играть, я обычно диалоги не читаю, потому что там банально вот там что-то пишут, какую-то ересь. Но Mad World это совсем другое дело. Уберите детей от экрана, потому что это очень трагическая сцена отца и дочери. Все в порядке, Кех. Девочка просит помочь ее отцу. О чем ты говоришь, ты повредила ногу? Хех, она соскользнула, когда я упал. Впрочем, беспокоиться было ни о чем. Толстая коробка усердно делает что-то для меня, и она дала мне нож, чтобы защитить себя. Это все моя вина, моя вина. Все в порядке, пап, никто не виноват. Весь мир вынудил нас. Теперь ты можешь быть моей ногой, а я твоими глазами. У нас все будет хорошо, не так ли? Плачет. Все в порядке, все будет хорошо, пап. Я обязательно поправлюсь. Ты там? Вы тот, кто выбросил деревянный футляр, не так ли? Твой голос. Я могу сказать это, просто услышав немного об этом. Извиниться перед ней. Короче, мы принимаем задание. Идем дальше. И тут снизу. Ай, больно. Пап, страшно. Остановись. Я буду рядом с тобой, моя драгоценная дочь. И я продолжаю проходить задание. Возвращаюсь обратно. И тут... Кровь вытекала из прозрачной ножевой раны на левом запястье. Теплая лужа крови говорит о том, что прошло не так много времени с момента смерти. Все кровеносные сосуды набухли, как будто вот-вот лопнут. Похоже, причиной смерти стало распространение крысиного яда. Что это все значит? Назвать причину их смерти? Этот нож должен был защитить тебя. Я должен их похоронить. Вы идите, проверьте, безопасности ли дети. Вы помогли празднику, поэтому мне не нужна ваша помощь. Потом там бессмысленный диалог с детьми. Обратно возвращаемся к тому мужику. Я не буду больше держать это в себе. Если мое терпение и молчание приведет к очередной смерти, я буду говорить о нашей жизни людям, которых так часто игнорируют. У костра стоит бочка. Это бочка, в которой содержался самый первый брошенный человек. Он говорил, что не нужно мстить. Скорей, призывал нас, наоборот, превратить это место в новый дом, канализацию. Короче, тут очень много диалогов, я не буду все читать, но вы смысл поняли. Это обычное побочное задание Mad World, чтобы вы понимали. Сколько печали и трагичности в этом задании. Понравилось видео, лайк, подписка обязательно. С вами был Розе, всем до новых встреч.